деревья шли вот так, разлеглись. Вот так легли. Благодать. Красота. Вот так вот. Хотите вы с тигренком, хотите вы с пандой. С кем хотите, да? Хотите вы с мальчиками, хотите вы с девочками, с друзьями, с подружками. Прямо все говорят, пара должна быть, пара. Но если нету пары, что, с ума сойти, повеситься, пойти. Вот, но нету пары, и все. Вот все по парам, а у меня нету пары. Я одна. И я как-то не страдаю, живу себе свою девичью такую жизнь. Вон, любуюсь облаками, вон какие облака, вон там дальше. Смотрите, как красиво, да? Господи, маленькие мы росли, мы думали, что у нас пара есть или нет. Вот, у меня пара была, вот. Моя пара, как говорится, устала парой быть. И я осталась одна, без этой пары. И я не парюсь, вот. Вот, и не палю глаза, бесстыжие. Мне хорошо, и все. Так что вот такие вот дела, ребят. Все прекрасно в этой жизни. Наслаждайтесь, кайфуйте от нее. Получайте удовольствие. Если у вас детки, любите деток. Если у вас родители, любите родителей своих. Бог посчитает нужным послать вам пару, он пошлет. Вчера смотрела интервью Юлии Меньшовой, да? Не интервью, а наедине со всеми. Про child free, да? Вот, child free. Люди такие, которые не хотят иметь детей. Я смотрела, конечно, с замиранием сердца, и мне как-то страшно жестокость этого поколения. А потом я говорю, да не суди, не судима будешь. Я-то детей родила в браке, долгожданных, там, желанных детей, да? А люди-то вот там прямо с потрясением рожают детей. Что, ну, получилось, она говорит, так, я испугалась, паника там была. Потом переборола это в себе, и я поняла, что женщина без мужа, без пары. И, в общем-то, у нее постоянно тревога, как там она будет дальше жить. Сегодня есть эта работа, завтра ее нет. Ну, поэтому люди не то, что, ну, говорят, ответственность боятся брать за детей. Да, потому что нестабильный мир, потому что он настолько зыбок. Ты сам себя, может быть, придет время, не сможешь прокормить. Вот что ситуация какая может быть. И с работой, там, и со здоровьем. Поэтому людям страшно. И как-то в наше время вот не показывали, сколько больных детей. Они же были, эти дети, больные, тяжело больные были. Просто этого не было принято показывать. Ну, не принято было показывать нигде. Это скрывалось, видимо. Вот у меня сестра ездила в Германию. Она приехала в Германию, вот первый раз, она сейчас там замужем за немцем, двоюродная моя. Вот. А она сказала, что, говорит, очень много в Германии людей с дефектами, очень много людей инвалидов, очень много. И их, этих людей, никто не прячет, так как у нас. Эти люди, они везде. Они на природе, они в социуме. Эти люди живут свою жизнь, понимаете, как им Бог отпустил. Но почему-то у нас принято вот это вот, ну, бояться этого. Как моя подружка говорит, иду, ребенок больной умственно идет. Одет во все черное. Говорит, так же не должно быть, он же ребенок. А его родители почему-то одели во все черное, понимаете? Черную одежду. Ну вот, понимаете, живите, как вы живете. И не надо, наверное, бояться жизни этой, да?